Добрый вечер, дорогая церковь. Меня зовут Людмила. Я приехала к вам с Сахалина. Кто-то уже знает. Слушаю проповеди Андрея по интернету уже в течение 5 лет. И вот так получилось, что по воле Господа я здесь у вас. И, конечно же, первая моя встреча с Богом, это произошла здесь, на энкаунтере. Он забрал мое родовое проклятие, он разрушил мой личный грех. А самое главное, что он дал мне цель и ведение, то, что мне нужно было дожить до 50 лет, приехать сюда, в Америку, и получить то, для чего я рождена. Поэтому я благодарю, что есть вы, что вы помогаете нам, учите нас. Спасибо вам. Благословений.